Всем привет! Мы уже показывали вам вот такой пауэрбанк. Кто не видел обзор на этот пауэрбанк, ссылка будет в описании под этим роликом. Пауэрбанк очень хороший, имеет функцию быстрого заряда в обе стороны. Но, как вы можете видеть, поверхность, корпус алюминиевый и может легко поцарапаться. Именно поэтому мы заказали на него силиконовый чехол, такой же, как вот для этого пауэрбанка. Ну, давайте откроем. Тоже оранжевый. Но у продавца есть разные цвета. Вы можете выбрать такой цвет, который вам будет нужен. Ну, вот так вот он выглядит. И попробуем одеть. К сожалению, мы ошиблись и купили чехол не на тот пауэрбанк. То есть на обычный вот такого типа, только вот короче, на 10 тысяч миллиампер. Так что если у вас вот такой пауэрбанк, такой толстенький, короткий, на 10 тысяч миллиампер, советуем купить такой чехольчик. На самом деле чехольчик очень хороший, потому что вот у нас вот такой же есть. Очень удобный и очень здоровский. Ну, а мы будем искать чехол, правильный чехол на наш пауэрбанк. Ссылка на лот в описании. Покупали мы этот чехол в магазине Gearbest. Обязательно себе купите такой же чехол. Всем пока, спасибо за внимание, до новых встреч!